Привет, друзья! Сегодня в магазинах вы увидите очень много разных домиков. Особенно дорого стоят керамические домики. И они так выглядят очень красиво, заманчиво, но очень дорого стоят, как я сказала. И не каждый может себе их позволить. Сегодня я предлагаю вам сделать домики, такие маленькие, симпатичные, своими руками. Делаются они просто, и прошлый год мы с вами делали, и да и в этом году тоже мы делали с вами высокие, здоровые такие здания, и может справиться даже ребенок с поделкой. Так что давайте приступим. Мне нужна сегодня потолочка. На ней бывают разные рисунки. Мне попала вот такая в рубчик, и толщина ее 5 миллиметров. Также мне понадобится угольник металлический. Если нет потолочки, можно заменить картоном. Буду клеить Патекс Мути клеем, так как у меня потолочка горит от горячего клея. Я буду клеить вот таким, именно Мульти Патекс. Если такого клея нет, то можно воспользоваться клеем для стиропора. Также какие-то вот блески, покажу вам поближе домик, для чего. У меня здесь блесками оформлены вот подоконники и крыша, и смотрится очень-очень красиво. И также вот на этом домике труба и крыша. Вот так выглядят. И сегодня мы сделаем такие домики. Чтобы не придумывать размеры, я возьму размеры вот с этого керамического домика. Ну а в завершении нам понадобится клей ПВА или лак для волос, чтобы закрепить наш снежок. И еще раз о светодиодных свечах. Они сейчас продаются во многих магазинах. Включаются вот здесь батарейки. А то постоянно мне пишут, загорится, загорится. Вот я вам показываю. Это холодная светодиодная свеча. Я ее держу и ничего не происходит. Не обращайте внимания на мой страшенный маникюр. Я тут крашу, мажу все подряд. Будет видео. Следующее тоже очень оригинальное и красивое. Надеюсь, вам очень понравится. Кто-то меня часто спрашивает, как хранить такие изделия. В коробке картонной можно сложить все изделия аккуратно друг на дружку, закрыть, перемотать изолентой. Какие проблемы? Нет проблем. И также вот елки, другие изделия, да, из пенопласта или картона, если вы хотите это все сохранить. Итак, я беру потолочку, переворачиваю, беру шариковую ручку и отмечаю размеры. Мне нужно 10 на 6,5. Я сразу делаю переднюю и заднюю часть домика, то есть я отмечаю вот 10 и 20, да, это будет высота нашего домика, а сюда 6,5. Теперь постелю рабочая плата и буду вырезать вот таким ножом. Если у вас нет такого, может быть, у вас есть вот такой нож, да, любым острым ножом. Вырезать лучше по линейке, так как получается ровнее, но можно и без линейки, если вы можете прямо прорезать. Вот. У меня пенопласт крошится, поэтому я такими движениями небольшими прорезаю один раз и второй раз. Если сразу резко сделать, то высыпятся все шарики, края будут неровные. У меня получилось две одинаковые детали. Домик будет с этой стороны, и работаем мы с левой стороны. Теперь пополам мне надо разделить. Кто не хочет делить 6,5, можете 6 или 7 сантиметров взять. Отмечаем точку сверху. А с каждого края я возьму по 7 сантиметров. И тоже поставлю здесь точки. Теперь соединяем, делая уклон вот нашего, для крыши нашего домика. И отрезаем по линейке. Вторую деталь можно вырезать, просто наложив, начертив линии и вырезать. На одной из наших деталей рисуем окна. Можно сделать шаблончики окон. Я рисую от руки, просто вот смотрю примерно по центру. Можно сделать окна 4, 3, сколько хотите. И какие хотите размерами, да? Можно начертить не очень ровно, а потом по линейке вырезать поровнее. Так, ну, например, сделаем давайте так и
И как еще сделаем? Ну, давайте сделаем вот здесь маленький. Маленькое окошечко. И дверь. Для разнообразия, потому что у меня уже есть с тремя окнами, поэтому можно, в принципе, дверь до конца прорезать. Еще знаете, что я вам забыла сказать? Можно взять файлик, чтобы с той стороны окон или окон приклеить, как занавески. Сейчас я вам покажу. А у меня мы купили мебель из IKEA, и там была такая подложка тонкая. Шикарная вещь именно вот приклеивать на окошки для домиков. Тут рубчики можно, например, в ширину или в длину расположить их. Не страшно. Толщина ее где-то миллиметр. Также можно использовать, например, файл мутный, который непрозрачный, или тюль, или, например, использовать... Что у нас там есть? Ну, все, что не сильно просвечивается. Итак, я прорезаю дверь вот до этой точки, я прорезаю 2 миллиметра выше мою дверь. И таким же образом прорезаю окошки, не торопясь. Если у вас сыпется потолочка, лучше не торопиться. Так, вытаскиваю, смотрю с правой стороны, если где-то есть неровности, можно подрезать ножом тоже вот такими же движениями. Видите, он срезает тоненько. Нож должен быть очень-очень острый. Вот, тогда не будет проблем. И также сверху, да, вот у меня тут кривенько получилось. Также я делаю немножко уклон и срезаю так и вот так. Убираю лишнее. Все, проем у меня более ровный. Так, домик вырезала немножко кривенько, то есть окошки и двери, но не страшно. Теперь я вырезала из подложки вот такую деталь. Она у меня здесь, я оставляю 3 миллиметра и здесь, и сверху тоже. Тут будет приклеиваться крыша, чтобы не мешала, а тут еще стены пойдут. Поэтому приклеим вот таким образом. Я промазываю клеем не всю площадь, а вокруг двери. И окошек. Клей очень туго выдавливается, прямо аж рука болит. Но зато он клеит хорошо. И прижимаю мою вот эту подложку. Выравниваю, смотрю, чтобы ровно она легла. Излишки клея убираю, чтобы они у нас из окошек не выглядывали. Если вы у вас получились такие же окошки, как у меня, имею в виду, что немножко криво, тогда вырезаем вот такие полосочки и приклеиваем карнизики или подоконники, да? И тогда наши окна зрительно выравниваются. Или оставляем так, как есть. Так, у нас две детали есть. Делаем теперь боковинки, боковые детали домика. Сейчас меня будут поправлять, неправильно говоришь. Так, боковые детали. Высота боковых стен у нас равна вот этой высоте. То есть здесь у меня 7 сантиметров. Ну а ширину я определяю по свечке. Можно 5 сделать, можно 5,5, можно 6. Да, чтобы свеча у нас вовнутрь домика хорошо входила. Вот таким образом. Две стены готовы. У меня рисунок получился, видите как? Немножко поперек, но не страшно. Так что можно посмотреть сначала, как рисунок находится, чтобы правильно расположить, да? Теперь у меня эти стенки получатся вот такие. Но я буду приклеивать все равно. Итак, приклеиваем. Промазываю домик с обеих сторон и прикладываю наши боковые стенки. Выравниваю их и подожду, чтобы клей схватился. Иначе конструкция будет у нас танцевать. Так, с обеих сторон склеили и немножко прижимаю, выравниваю снизу. Домик снизу должен стоять ровненько вот здесь, где крыша, потом он будет под крышей, если там миллиметр больше, не страшно. И приклеиваю вот эту часть домика, заднюю часть. Опять промазываю по краям,
Вы заметили, наверное, что стенки у меня приклеиваются вовнутрь передней и задней части, да? То есть стена, она приклеится вовнутрь. Так, теперь здесь выравниваем. И снизу выравниваем. И да, кстати, продают вот такие подсвечники, просто коробочка, да? Можно, в принципе, оставить так. И здесь вырезать из той же подложки вот такие сосули, например, и покрасить белой краской, посыпать снежком или просто покрасить белой краской, да, и приклеить вот сверху на домик. Сосули вырезаем как нам нравится, хотим острыми углами, хотим полукругами, вот, ну примерно как-то так, да, вот. И затем краской покрасим. Вот сосули у нас сейчас, их не видно, а покрашены они будут, конечно, выделяться. Так, домик склеенный у нас. Теперь мы вымеряем крышу. Крыша должна выступать на пол сантиметра, и здесь вот я сделаю ее примерно 6 сантиметров, 6, и длину я сделаю тоже по пол сантиметра, можно, чтобы она выглядывала, 6, и вот на 8. 6 на 8 вырезаем прямоугольники, 2. Два прямоугольника. Один прямоугольник нужно отрезать на скос, чтобы здесь вот соединить крышу. Видите, здесь получается рубец. Надо одну сторону выше, а другую на скос. Причем крыша у меня большеватая получилась. Можно ее сделать короче. Сейчас я обрежу ее короче. Можно даже 7 миллиметров короче сделать. Так, складываю детали, сделаю покороче. Если любите, чтобы крыша большая была, можно и не срезать. Так, вот теперь видите, вот так. И нижнюю деталь мне нужно срезать наискосок. То есть я беру нож и делаю небольшой такой уклон. Срезаю. И буду склеивать сначала на домик приклею, а потом одну часть, а потом вторую. Так, выравниваем. Посмотрим, что у нас получается. Эту сторону немножко вверх, а эту вот подсоединяем. Чтобы края вот здесь вот по бокам тоже были ровные. Итак, я приклеиваю, промазываю. Видите, еще не схватился клей. Выравниваю. Промазываю вот этот угол весь. Приклеиваем ровно, чтобы расстояние здесь и сзади было одинаковое. Вот так, пока клей еще у нас не застыл, мы можем крышу нашу двигать. Также приклеим вторую часть и промазываем вот этот рубец. То есть все вокруг промазываю клеем, но только не эту часть, а вот здесь. Теперь можно легко корректировать. Нет, как по-русски? Корректировать, да? Вот здесь. Равнять крышу, то есть, и убирать лишний клей. Вот, у нас все равно получается щель такая небольшая. И сейчас, когда я буду посыпать снежок, все это у нас закроется. Все, домик готов. Простейший домик. Хотите, что хотите, приклеивайте. Шторки, карнизики, все что угодно, да. Я вам покажу все три. Этот у меня выглядит вот таким двухэтажным домиком. И у меня здесь тоже есть подоконник, да? Вот. Второй домик наподобие, как мы сегодня делали. Тоже я приклеила здесь подоконники. И третий домик выглядит вот так. И вовнутрь вот здесь я приклеила. У меня лента из цветочков. Вырезала один цветочек и приклеила. Вот для украшения. Вот такие три домика. Теперь давайте украсим нашу крышу. Я беру клей ПВА. Еще немножко расскажу, как сделать второй этаж. Я прикладываю крышу, например, да, обрисовываю ее, вот угол.
Теперь от этого угла, какой хотим мы ширины, такое делаем, да, например, если вот такой этаж, сантиметра 4, например. И также делаем крышу, да, как вот на домике. То есть очень просто. Состоит из двух таких деталей, вот как флажок, и также стеночки, крыша, и приклеиваем потом сверху вот на наш домик. Получится второй этаж. Я беру клей ПВА, кисть, и у меня вот такие блестки. Они немножко жесткие. Вот кто будет покупать, у нас продавались вот в таких мешочках. Там какая-то нарезанная мишура, но она такая колючая. Есть мягкая, это колючая. Итак, промазываю крышу и все, что я хочу закрыть. Вот я говорю, клей очень долго сохнет. То есть я промазываю торец и саму крышу, да, и вот здесь у меня все закроется. Сильно не промазываю клеем, потому что он будет потом течь вместе с блестками. Поэтому так слегка, чтобы приклеились блестки. Ну, средненько, скажем, да. И вот этот тоже угол хорошо, чтобы закрыла щель. И теперь, тадам-тадам, посыпаю блестками обильно. Посыпаю, потом мы стряхнем, сколько стряхнется у нас. И немножко вот так прихлопываем. Также на крышу насыпаю. Особенно вот где у нас вот этот угол, чтобы не видно было шовчика. И с другой стороны тоже прихлопываю. И блестки лишние тоже осыпаются таким образом. Так. Дальше. Вот так. И теперь я простукиваю домик, чтобы лишние блестки осыпались. И можно также убрать вот отсюда и с края крыши. Затем я беру лак для волос. Что такое? Никак стенка не приклеится. Беру лак для волос. У меня Тафт тройка. Ну, можно посильней. И аккуратненько вот так брызгаю. И блестки склеиваются и закрепляются. Так как домик мой немножко пустоватый, я решила вот здесь тоже сделать как бы такой снежный бугорок. Хорошенько промажу клеем и насыплю тоже блестки. Блестки насыпались даже в окошко, но не страшно. Вот, снег ведь он везде попадает. Такой зимний домик, простой и симпатичный у нас получился. Я выключила свет, чтобы включить свечу, и ставим сверху домик. Вот он у нас. Причем, знаете, мне нравится из потолочки, что и через стенки видно свет, видите? И через крышу тоже, особенно когда сильно темно, он весь светится как фонарик. Он такой красивый. Вот, поэтому делаем домики сами. Покупать дорого, а так мы их столько наделаем разных размеров. Посмотрите разницу. Мне кажется, даже сделанные своими руками смотрятся красивее, чем купленные. Купленные видно, что они купленные. Ну а эти такие милые, такие нежные, мягкие, как будто бархатные. И если нравится, делайте такие домики своими руками. Вот. Ну а я с вами прощаюсь. С вами была ваша Мила. И следующая поделка тоже очень интересная. Из мусора, как всегда. А как же? Мы стараемся делать из ничего. Это же здорово. Так что добро пожаловать на следующее видео, мою маленькую зимнюю деревеньку. Всем пока-пока.